Oh, summer. It sounds good right now after what we just experienced, doesn't it? Ой, хорошо на даче, ага. Нет, вот свое все-таки есть свое. Помидорки, огурчики собрали, зарядочки, потом баночки закатали, зимой покушали. Картошечка своя всегда в погребе. О, куртка моя. Слушай, ей же сносу нет. Дочь, иди сюда. Смотри, куртку какую хорошую нашла. Что? Примерь сначала. Ну вот как на тебя же сшиты. Ушьем. Рукава ушьем. Маленько, длинновато, рукава ушьем. Ой, слушай, я ради этой куртки, знаешь, какую очередь отстояла? Качество, посмотри какое. Настоящая Турция. Куртка навехонька совсем. Ты посмотри, шовчик к шовчику. В смысле она древняя? В ней еще 3 сезона отходить можно. Нет, вам все новое подавай. Вот что за детей я воспитала, а? Так, взяла и рот закрыла. Неблагодарные. Как паспортный стол, ЖКХ и тому подобное, между собой очень похожи. На днях я побывала одной из этих организаций. На входе душевно поприветствовали. Здрасте! Узнала, куда пройти. Захожу в кабинет, прошу список того, что мне нужно предоставить для получения того-то, того-то документа. Вам потребуется кровь девственницы, 5-я отрицательная, глаз дракона и яйца молодого страуса, родившегося на нарастающую луну. Фиг с ним! Когда ты приносишь все то, что они от тебя просили, женщина вот с таким вот лицом начинает говорить тебе о том, что ты что-то не донес. А где клок шерсти старого седого волка, лежавшего у молодого дуба на сырой земле, где пробегали черные кабаны? Без этого я не смогу принять. Доносишь все то, что от тебя требовалось. Что тут у вас, девушка? Оставляйте, сейчас мне некогда смотри. Девушка, у меня работы много. У меня вас таких мало, что ли? Оставляйте, я посмотрю. Через 4 года перезвоню. До свидания. Ну вот и все. Аллочка! Привет, моя дорогая. Пока до вас поднялась, я спрела. О, ремонт-то какой классный, вы забабахали. И чехословацкий шкафчик как хорошо встал, как тут и было. За окна сколько Аллочка отдала? Классно вообще, хороший ремонт. Рустамчик, как подрос. Вот такусенький же еще вчера бегал. Невеста-то есть? Ой, да ладно тебе! Ты какой красавец вымахал, ой, вообще. Мне скажи, у тебя рассол под огурцы какой? Лист смородины кладешь? Моим вообще нравится. Это что, она у вас опять окатилась, что ли? Мы своей, знаешь, ездили, там узелки подзатянули, все, перестало. Да какое живодерство, Алла! Ты горячку-то не пари. Рустамчик, помоги тетке с телефоном разобраться. Запиши мамкин контакт. На, пиши. Сестренка Аллочка. Ой, а мы пойдем пока с тобой. Давай, Рустамчик, записывай, мы хорошо. Девочки, здравствуйте! Сказать что-то? Ну смотри, моделечки все разные, цены тоже. Вот эта моделечка за 300, вот эта за 600. Вот та, что сверху со стразиками, уже 850. Все натуралочка, хэбэшечка. Так, мальчик, ты что там ручками своими лозишь? Мама, вы за ребенком смотрите, пожалуйста. Ну что, девочки, определились? Нет, ну, мил моя, это ведь не Китай какой-то. Вы посмотрите, что производство. Шовчик к шовчику. Моя хорошая, 2 размерчика побольше возьмешь, дольше проносишь. Мужчина, а вы что все вокруг да около? Заходите сюда, тут и выбора побольше. А, вы жене смотрите? Смотрите, последний размерчик остался, сапожки осенние. Мех натуралочка. Производство наше, хорошее. Потрогайте. Ну, я еще по рынку прогуляюсь и к вам вернусь. Знаю, мы таких пиздов. Знаете, мне ничего так не бомбит, как от парней, которые сидят в приложении Musical Ali, а там такая подпись, типа, его ищет весь Инстаграм, он взорвал интернет. Мы нашли парня для твоих подруг, отметь их под этим видео. Играет какой-нибудь тупой трек, и он чисто... Меня, сука, твоя правда. Мы бежим с тобой, как будто от гепарда. Он весь такой из себя, ты моя, я люблю тебя. Бровки нахмурил, тут глазки вниз опустил, посмотрел, чисто вот он флиртует, пошел взгляд, ты моя. И девчонкам-то нравится, они, знаете, там в комментах, типа, блин, зачем мне отмечать подруг, я отмечу себя. Боже, мужчины, парни, зачем вы это снимаете? Это девчачья прерогатива, понимаете, вот, девчонки могут всяко кривляться, да, это от природы, да, ну, блин, ну вы же парни. Завязывайте, давайте с этим. Молодец. Давай, давай, локоток. Вот, молодец. Женщина, женщина, вы не одна тут снимаете, вы можете туда как-то отодвинуться. Господи. Вот тоже встанут, да? Наглое второе счастье. Что, женщина? Стойте, снимайте спокойно. Колхоз какой-то вообще. А у вас тут кто? Моя вон справа с бандами. Месяц этот танец учили. Не, ну мы еще так-то на английский ходим. И на шахматы. Умничка моя. Ты моя.
все. Воспитатель-то могла бы и поскромнее одеться как-то. Мимо не проходим, костюм, брюки и тройка берем. Ой, ну слушай, смотри, как в плечах хорошо села, а. Так, вот сюда, знаешь, туфельки хорошо подойдут. Ну, для кума оставляла, 3 пары всего привезла. Ладно, перебьется. Бери, не пожалеешь. Мельче-то у вас не будет? Марин, с 1000 будет размен. Что вам, бабулечка? Нет, платочки пуховые в этот раз не привозила. Вы в следующий завоз приходите, моя хорошая. Привезу обязательно. Девушка, вот эти вот кофточки вязаные, знаете, как хорошо сейчас берут? Модно, очень модно. Моделичка совсем новая, еще вот ни у кого нет таких. Да вот за шторочку становись. Да что там кто не видел, а? Ну что, размерчик подошел? Берете? Да где дорого? Посмотрите, девушка, сами. Дешевле, чем у тети Гюлиной, все равно во всем рынке не найдете. Ты на маме ручкой помаши. Ну вот. Молодец! Совсем охренели шакалы. Я ему за эти деньги 20 кукуруз таких наварю. И сочных, и молочных, и сладких. Ага, Людочка на море уже. Да вон мои оболтусы купаются. Ты побегали, скажи, что мы подушечку можжевеловую, как она просила, купили. Ага. Ой, Люда, ты бы видела, столько девок бесстыжих тут на пляже. Лежим, потом уходим. Уже после обеда этих шкур вообще не видать. Угу. Ну-ка, Люда, подожди. Так, из воды вышел. Ты свои губы себе не видел? Без ну, мам. Влазь! Быстро вам. Панамка твоя где? Хочешь, чтобы тебе башку напекло? Хоть раз можешь с матерью не перерекаться? Так, все, рот закрыл, панамку надел и дальше сиди свои камешки перебирай. Не, сейчас тут Люда разговаривает. Сегодня я поделюсь рецептом своих любимых блинчиков, которые я часто делаю на завтрак. Ну кому ты пиздишь? Ты даже чайный пакетик нормально заварить не можешь. Рецепт она давать собралась. Мы с Валерой устали слушать твой пиздеж. Валер, скажи ей. Да, полностью согласен. Понятно тебе. Все, давай, покеда. И не пизди мне будь. Спалника. Твою мать! Что это? То скотина совсем оборзела. Вейперы. Хуеперы. Еще раз. Я увижу дома эту дудочку. Дед затолкает тебе туда. Откуда твои руки растут? Нет. Не как у всех нормальных людей. А своим дружкам опарышам передай. Моих. И хватит на всех. Все, свободен. Мама дальше разберется, что делать с этой штукой. Выкинуть. Срочно выкинуть. Как телефон потерял? Вечно у тебя все через жопу! Ты думаешь, мы деньги с отцом рисуем, что ли? Мать за всю жизнь ни одной вещи не потеряла! Потому что мать знает, как деньги даются! Сколько раз я тебе говорила! Ниточку взял, предел к телефону, на шею нацепил и носишь! Вообще как перепиздякаю тебе! Нет, я говорила отцу. Не взялся он вовремя за тебя в детстве. Ты долго еще будешь надо мной стоять? Какой новый телефон? Какой телефон? Ты мальчик уже взрослый, шкур своих домой табунами водишь, вот и на телефон заработаешь. У мамы с папой кошельки не резиновые. Давай. Вперед из песни. Сейчас отец с работы придет, и он еще тебе добавит. Все, иди отсюда. С глаз моих. Мужчина, вы либо туда, либо сюда. У вас жвачка. Это все? 35. Меньше-то не будет. Господи. Сына, ты поел? Там гуляш с гречкой в холодильнике. Все, давай, у меня работа. Что? Кладите товар. Свет, ключ дай! Нас отмена! Светик, ты слышала, что Володьку холодильщика закрыли? Угу, 3 года дали. Что вы, девушка, возмущаетесь? Работает касса, проходите сюда! С вас 1100. Карточка на шее? Оформить желаете? Тречки, фишечки собираете? Пакетик надо? Большой и маленький? Колбаска, печенье по акции. Столица Египта. Как звали первого царя на Руси? Так, девушка, стойте. Персины, кто за вас взвешивать будет? Просто не могу. Да ж сколько тупорылой рекламы-то подразвелось в инстаграмчике. Скандалы, интриги, расследований. 15 лет она ушла из дома. Его усыновил голубь. Вписывайся на этого безбашенного парня. Наперепела Крида, но родила тройню от Элджея. Куда смотрят родители? Отпишись, если не боишься. Мы ж мои рекламщики. Фантастер!